Так, там привет, друзья. 11 размер ноги должен быть, а у меня нет 11. Ну-ка, покажи, покажи, что ты купила. Это вот Лиза сегодня у нас сходила на маникюр. Это приклеены или твои? Нет, она сделала, ну, она... Нарастила? Нарастила она. Вау, сколько будет держаться? Не знаю, месяца должны держаться. Ну, кайф, че, красота. Да. Телесный, так, давай. Угу. Так, у Лизухи сегодня же наконец-то выпуск новый. Мам, это не те. Лаврыш, подожди. Я взяла, мне не нравится, потому что они такие... Да, потому что они вот такие. Вау, все-таки с красным взяла. Да, но я хотела длиннючие, чтобы они были вот до сюда, по щиколотку. Ой, но... нет, Лиз, ты что? К платью по щиколотку. Это ты круто, что? Наоборот, вот такие надо под платье. Это твой размер? Да, это. Или больше? Это который был, это единственный, который был. То есть он чуть-чуть, совсем чуть-чуть тут большой, но это нормально. Мне нормально. Чуть-чуть большой? Ага. Ну, красивые эти. Ты же их не только один раз оденешь, ты же будешь все время их носить. Да, ну, нужно же еще об этом... нормально даже. Просто черный есть, красный тут под конец. Мне кажется, круто смотрится. Круто, да, молодец. Это ты где купила, куда ездила? В моле. В мол ездила опять? Да. Папе покажи. Мы тут видос записываем, друзья. Я да. купила, вот я хотела... Посмотри, Лизух, купила. Но Джордан нужно было 11 размер ноги, она сказала. У нас нету боли. Потом я взяла вот эти. Она все-таки взяла с красным. Ну, красивые. Ну, мне нравится, что они невысокие. Хорошо. Конечно, я, да. Мне тоже кажется такой. Почему-то. Мне единственное, пишет красным цветом, он просто никуда. Вот, не да ладно, у меня сзади платье, оно сзади платье прикроет. Это сейчас, ну, это оно... круто. Это то выглядит, что реально круто. Красиво. Она же будет их еще носить все время. Нет, кроссовки мне очень нравятся. Ну, померишь, Лиз, ну, надо померить. Они тебе как я раз чуть-чуть, да, великоваты? Не, кроссовки классные, реально. Угу, красивые. Так, мы тут, друзья, вам видос записываем. Пойду детей покормлю и продолжим. У нас валидольная такая запись. И наша животина тут, рядом с нами. Ладно, пойду детей покормлю и приду. Лиза сейчас хочет сказать, сколько у нее маникюр стоит. Я забыла на камеру спросить. $50. На России сам маникюр был? Щипчиками отрезали? Нет, мне ничего не делала. Ничего не делала? Все хорошо. Просто наклеили, накрасили, да? Наклеили, накрасили, она пилила там еще, сидела, что-то очень долго. В общем, $50. А кроссовки твои сколько стоят? Кроссовки за $70. $70. Это очень мало. Обычно у меня почти все кроссовки по 100. По 100. Помнишь, мои красные? Да, 100-150 это нормально, да. Да, а это дешевые. Я не знаю, почему. Может быть, акция корова, но я купила за дешево сильно. Ну, кроссовки здесь не проблема купить. Действительно, они будут недорогие. Либо очень дорогие можно купить, либо очень недорогие. Они, в общем, знаешь, на любой кошелек. На $70, я тебе скажу. Не смотри, я бы сказала, она мне когда сказала цену, я такая, я уже готовилась на сотку. Ты во сколько едешь? У меня в 4 волосы. Так, в 4 Лиза идет в парикмахерскую наращивать себе сумасшедший хвост конский. Ну не наращивать, она сказала, что она посмотрит, если она цена нарастит, но она сказала, она что-то придумает. А сколько будет стоить, не знаешь, да? Вообще без понятия. Потому что они там будут по ситуации с мамой, не знаю, что они будут делать сейчас. В общем, Лизух потом все расскажет, мы все покажем. Сегодня мы тебя красивую покажем, да, Лизочек? Спасибо. Она сегодня даже на камеру красивая будет нам показывать себя. Так, Лавр, садись кушать. Катю зови. Выходите, закройте. Вова, мячик не забыли? Да. Привет! Привет! Красотка, ты Лизу видела? Она меня отвезла. Я знаю, красивая? Ногти сделала, да. Ты кроссовки еще не видела? Ну, может, тебе не жарко? Да, с красным. Сейчас легко на визит было. Маш, возьми ему гадя. Она пописала? Давай мне рюкзак. Она пописала, да. До этого? Она всегда спала. Привет, мой. Она спала полдня. Включи, Маш, возьми вас. Я с детьми пошел на бассейн. Окей, Милка. Все, Милка. Ты пойдешь? Давай я рюкзак твой занесу. Куда пойду? Наверх. Гулять не пойдешь? Нет. Она погуляла. Ну, и папа только что гулял, да. Все нормально у тебя? Ай, мамочки, да. Мейсон. Эти два. Она спала полдня. Мы записывали видео на балконе. Она с нами спала полдня там. Ужас. Зверюга. Ты знаешь, что эта зверюга сегодня сделал? Пойдем. Ящерицу на балконе поймал. Молодец. Представляешь, хищник этот. Вообще просто. Еще не отпускал. Слушай, они уже такие дружбаны просто вообще. Ребята, разрезали арбуз, а он оказался с косточками, представляете? Это я, это моя вина, я, оказывается, не прочитала. Я ж тут, знаете, думала, все арбузы в Америке без косточек, а куда-то там. Смотрите, сидит,
Watermelon, с косточками, а когда без косточек, seedless, то есть без косточек. И вот вообще, он действительно супер свит, как написано, супер сладкий, очень сладкий, действительно. И, блин, он с косточками, мы суди. Вот так вот. Так что будем выковыривать, как мы и привыкли раньше. Машенька пришла себе, наделала бутербродиков с рыбкой, с маслицем, арбузик положила. На самом деле это не все, она еще будет котлетки. У меня тут котлетки двух видов жарятся. В общем, вот так вот выглядит наш арбуз, честно говоря. Он действительно очень сладкий, очень вкусный. Ну, блин, столько косточек. В общем, честно говоря, мы отвыкли, конечно, совсем от этого дела, поэтому очень неудобно, мягко говоря. Да, Маш? Что ты будешь смотреть? Опять холостяк. А можно его не здесь смотреть? Друзья, возвращаюсь домой. Сейчас Лиза там у нас красивая. Сейчас, наверное, если она позволит, я ее сниму, вам покажу. Она сейчас уже уезжает на свой выпускной. Поэтому, если она еще дома, я вам ее засниму. А мы сейчас встречались с нашими подписчиками. У нас есть подарочек. Ребята, привет. Ох, ё-моё, а Лиза машину поставила не туда. Сейчас я запаркуюсь. Вон Лизочек наш поставила машину. А мама куда должна встать? А вот нам наши подписчики подарили подарочек нашим деткам с конфетками. Сейчас понесу. Ой. Где тут? Господи, я все никак не привыкну. Где тут? Стоп. Ну что, пойдемте посмотрим на нашу резинку. Сейчас детки обрадуются подарочку. Ребята, если смотрите, спасибо огромное. Привет! Смотрите, ой, Милаша, Милаша, привет, моя девочка, это не тебе, это подарок, да. Ой, боже, что с Милкой. Мила, спокойно. Подарочек, это вам от наших подписчиков подарочек. Мила, а что с Милкой вообще? Ой, Мила! А что с Милкой, а, вообще происходит? Ой, эти штуки, это да, да, нет, это другие наши подписчики. Привет! Спасибо! Что? Ой. Маша не даст камебес! Миша к тебе не дадут, сейчас. А, да, мы сейчас встречались просто, да, мы, мое совершенство. Так я это сейчас поглажу. Где Лизок наш красивый? Мама, она очень спешит. Можно ее заснять? Нет? Серьезно? Лизунь! А ее тут нет. Так, Лизу мы пока не видим, не знаю, она пока в ванной. Маша сказала, что Лиза очень сильно стрессует. Да, Маська? Да, что на свадьбе я ее на каталке буду вывозить. На свадьбу на каталке? А то она в свадебное платье оденется. Милаш, что-то уронила. Милочка, иди сюда поглажу. Иди, моя девочка, иди, наконец, поглажу тебя. Иди сюда. Иди, моя птичка, иди, моя девочка, моя умница, моя принцессочка, моя королевишна. Все, уморилась. Набесилась и уморилась. Так, а ты открыла? Конфетки, Машка, так нравятся вот эти конфетки. О, это вообще наши любимые всей семье. О, а это у нас мальчики наши любят. Лёва и Лаврик, это вообще их любимые. Лёва еще не видел. Катя спрашивает, берсты какие-то ей не дала там. Она задолбала меня с витаминками. Это витаминки, их нельзя много. Вот эти, ладно, еще можно много. Сохрани мешочек. Она говорит про витаминки, которые мы в Костко купили. Все? Сдулся пчела? Я тебе гамми берется. О, мое совершенство, мой самый совершенный кот. Мама, кусай! Нет, он не кусает. О! Мама, кусай! Мой мальчик, мой самый красивый кот. Мой самый красивый. Он любя, он даже когти не вытаскивает. Лавруша, осторожно, Лавруша, осторожно. Видишь, он лапки как. Ах, дерёшь бойник. Выпустил росомаха когти свои. Мам, надо лапами тикать когти. Мама, давай потыкать. Она витаминки, ага, прости. Мама, а давай потыкаем и косим. Когти пострижь? Не надо, пока не надо. Мам, и купаться, и потыть, и посвящаться. А ты ел? Я тебе там консерву вывалила твою, когда уезжала. Ты съел? Ты съел консерву свою? Собака съела еду, я кончил. Собака съела Мейсона еду? Да. Что, серьезно? А что было? Ничего не было.
В смысле не было? Ты что, зашла в лаундри, что ли? А? Что такое бардак дома? Нет, а, Мейсон даже не видел, Маш. Он не видел. Это кот ест собачью еду, ты перепутал. Кот свою еду точно не отдаст. Иди, мой маленький, иди кушай, иди. Иди, кис-кис, иди, мой мальчик, иди. Иди, иди, иди. Когда он просыпается, когда Мейсон не дала еду. Он просыпается, ага. идет, такой после растяжки сна, идет, выходит. Все, поел, да? Нет, когда он не поел, когда я... А, когда ты еще не дала, в смысле? Он с таким лицом. Ну вас нахер. Че это вы мне не положили еду, да? Вон, нашел свою еду. Все, Мелани. Тебе тут это не место. Это была самая лучшая наша идея. Да, Маша говорит, вот это вот забор, это самая лучшая наша идея. Ладно, погасим ему свет. Да, потому что туда Милка не заходит, и туалет в порядке, потому что без конца лазила в кошачий туалет, заколебала просто. Да, Милка? Классно, классно, да. Мне нравится. Ну-ка, кроссовочки, повернись сюда. Мам, пошли, мне надо выезжать уже. Да, все, выезжай. Красиво. Ну-ка, покажи ожерелье, какое у тебя красивое. Красиво, да, красиво. Прикольно. А кроссовки, ну-ка, я покажу к своей ножке. Угу. Она едет, все, вы вместе едете? Давай. Вместе? Но они одновременно едут. Она на машине едет тоже, да? Да, все, я поехала. Давай, Лизочек, давай. Меня через 20 минут. Перестань. Машка уже ржет. Буду тебя, говорит, вывозить на свадьбу на каталке. Мила, останься с нами. Не переживай, все хорошо. Давай я ее подержу. Можно мои кроссовки туда пожить? Да, все уберу, все уберу, don't worry, все уберу. А вот эти, вообще, серьезно, вот эти, они, пожалуйста, уберите. Вот эти. Я окей, все уберу, все. Don't give up, давайте. Ну, я люблю тебя. Все, давай, покидывай. Мам, с кроссовки. Я все хорошо, сейчас все уберу. Пока-пока. Мила, стой. Мила, брысь. Мила. Пока, удачи. Нелли, привет. Не волнуйся. Ой, переживает. Что? Милочка пошла прогуляться. Слушай, Маша, она на выпускной в 9 классе также психовала, по-моему. Не помнишь? В школе в Москве еще. У нас Лизок так на выпускной и в 9 классе психовала также, нервничала. Но была хорошенькая такая, в таком розовом платьишке. Так, ну Лиза сказала, что часов до 11 вообще у них там начало в 7. В 7:30 сказали, уже там двери закрываются. Она уже посмотрела в снэпчате, там уже все едут, все постят. Пацаны едут за рулем, постят, как они едут в белых рубашках, красивые. Вот сейчас девчонки все тоже едут, постят. А Лиза с подружкой. Сейчас подружка тоже одновременно едет. И они примерно, ну, параллельно друг к другу сейчас поедут, чтобы вместе приехать. Все на машинах, потому что Лиза говорит, я, говорит, не поеду. Ей подружка предложила, говорит, давай за тобой заеду, поедем на одной машине. Лиза сказала, нет. Я, говорит, если захочу через 20 минут уйти, ты меня, говорит, повезешь домой? Так что сказала, если что, я, говорит, просто вернусь и все. Пока, пока. Пока, удачи. Я не была на выпускном в 11 классе. Я в школе училась в этой всего полгода, поэтому я не пошла, я там толком никого не знала. Пока, зайка. А в 9 была. Ой, ладно. Что там она сказала? Кроссы ее убрать. Окей, уберем. Господи, когда я эту полку наконец захожу? А? Я бы все это убрала тогда. Сашка придет. Ой. Молодость, молодость. Нервы на пустом месте. Да, Лавруха? Лёва. Опа. Цветочки полью. Папа. Машину перегнала. Лиза уехала. Чуть-чуть засняла, она не разрешала все время снимать. А под конец уже. Зачем ты возвращалась потом обратно?
Куда это он открывал ворота, что ли, или что? Да, ворота открывал. А у тебя кнопочка есть, я тебе уже 150 тысяч раз сказал. Посередине кнопочка есть. Я забыла про кнопочку. Ходить. Нажимаешь на кнопочку, может, не до чего. Я забыла про кнопочку. Настроил ее. Лизуха вся переспсиховалась, переволновалась. Ну, в общем, это волнение бывает. Да, в общем, сказала, мама, жди меня через 20 минут. Но она под конец уже раз начала шутить, значит, все нормально, значит, останется. Не, потому что так она сидела, чуть не плакала прям. Ну, это просто волнение на первый раз, при том, при всем, что вы знаете, скажу, вот, она молодец, она все сделала себе сама. Она сама заработала себе денег, она сама себе организовала все вопросы, связанные с покупками, подготовками, она оплатами билетов. Сама. А это платный, выпускной у них платный. Конечно. По билетам. И, в общем, я единственное жалею, что она Маше не купила билет, было бы ей комфортней. Просто она поздно чухнулась. А Маша, оказывается, хотела тоже пойти. То есть можно... Синьор может пригласить, короче, кого-то из кого своих хочет. Там братьев-сестер, ага. Да, за этот. И, в общем, так получилось. Ну, она вся психовала, она говорит, уже все, я не пойду, я остаюсь, то макияж не нравится, то хвост не нравится, то не нравится, то все. Я думаю, она очень хорошо. Да? Да. Не, ну я не знаю, но я думаю, что да, потому что мне понравился ее прикид, который, опять-таки, она сама себе выбрала. Да. Мне вчера прям понравилось. Сегодня ходила, полдня провела в парикмахерской. Макияж, ногти. Маникюр. Молодец. И все сама. Все сама. Папа, ты 5 раз повторил. Не, ну потому что мне нравится, что, понимаешь, ребенок не... То есть она сама себе все оплатила, она сама себе все купила, она сама себе отвезла на своей же машине. Боже, да. Боже. Она и сказала, я, говорит, могу без машины, Нелли предложила. Слушай, а что такое? Но я, говорит, могу вернуться, когда захочу зато. Да, правильно сделала, правильно. Да, Маша погуляла ее. Она. Погуляла ее? Мама, да. Привет! Да почему вышел на улицу? Ты рассказала, один? Да, что мы встретились? Да, рассказала. Я тоже да, показала. Ребята, спасибо вам большое. Не кричи, мамуша. Да, сидеть. Вон. Сидеть еще одна. Я они хочу уже там поблагодарить, кушали, во-первых, за бизнес, потому что мы, то есть, ребята приехали, арендовали нас машину, в общем. Да, и, с детками да, приехали. Да. И да. Еще и, короче, спасибо огромное. И сам, ты знаешь, они сдали такую чистую машину, хотя мы договаривались, что они могут ее сдать в любом этом, да, состоянии, но я удивлен. Да, приятные сильно. Ребята такие, трое пацанов, да, у них классные. Очень мимо. Приятные, поэтому, в общем, будете еще у нас, мы сказали, что мы с удовольствием еще посмотрим. Да, они смотрят нас, да, наши подписчики. Давай, 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 поднимай свою толстую жопу. Давай, 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 давай. Ладно, ждем Лизуху вечером, что она нам там расскажет. Я не знаю, засниму я, не засниму. Когда она придет, если я не буду детей укладывать, я засниму. Просто здорово, Маш, она ходила в туалет. Да. Так, поднимайте свою Элсу. Сейчас пойдем. Хочу на мою Элсу. Где-то часов 8:30. Давно вы ходили? 15 минут. А, нет, полчаса назад, наверное. Полчаса. Сейчас полчасики пойдем с тобой, да, Милашенька? Да, моя девочка. Такая умная собака. Вы показывали уже всем, да? Собака как умная? Вот, да, ты в каждом влоге это показываешь. Точно показывали? Точно. Ну, еще раз покажем? Не надо, я и так вырезаю всю эту муть. Одно и то же. Сидеть, лежать. Давай покажем, как мы умеем это делать, да? Начинается. Давай покажем всем, что ты какая-то у нас... Умница. При определенных условиях она даже выполняет место. Вова, а ее кормить уже как раз. Кстати, ну я да. Я покормила ее. Ты покормила ужином? Ужином? Она просилась, я ей дала. А, ну я понял. Маш, иди ко мне. Иди ко мне. Иди ко мне. Иди сюда. Иди ко мне. Иди ползти ко мне. Надо иди еще, знаешь, чтобы да, она ползала. Да, не надо ползти. Сидеть. Хорошая сидеть, команда. Что ты? Сидеть. Сидеть. Умница моя. Умница. Лежать, милашенька. Лежать. 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 Лежать, 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 милашенька. Лежать. Помолчи, пожалуйста. Лежать. Всем лежать. Рукой вот так. Лежать. Лежать. Лежать, милашенька. Лежать. Лежать, моя девочка. Моя умница, моя умница. Сидеть. Сидеть. Милаша, сидеть. 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 Давай, сидеть, Милаша. Сидеть. Милаша, сидеть. 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 Дай мне. И, Машенька, я, она у меня все папа, делает. Ты просто знаешь, ты знаешь, как ее учишь. Ты все время, когда даже ругаешь, ты показываешь команду, ты у нее кричишь. Команду да, нужно почему-то. Наказывать это вот уже... Круто. Я очень... Иди, пожалуйста. Вот плохо, туда. Когда у... Сидеть. Два сидеть, хозяина лежать. У собаки. А как будет, Маша, чтобы вот не голос, а антиголос и Маши? Плохо, Машенька, когда два хозяина. Сидеть. 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 Девочки, сидеть. Сидеть. Она как уморилась сидеть. На улице жарко. Сидеть. Сидеть. Умница, молодец. Молодец.
Лежать, милашенька, лежать. Лежать. Ты мое золотое чудо. Ты мое золотое чудо. Ты моя самая-самая умная собака. Так, она началось. Еще... Ладно, на полчаса. Пожалуйста. В общем, мы тут ждем Лизуху. А на секундочку, время 12 часов. Полночь. Да, Милочка пошла гулять. Посмотрите на мою. Иди, зайка моя, иди. Нет, она позвонила только что, да, и сказала, что что-то там не. Да мы поняли. Вов, она сейчас насыт от этой любви твоей. Она не насыт от любви. Короче, она позвонила сейчас и говорит: мама, нужно попить, папа, она сейчас. Вечеринка говно. Вов. Ну реально, веди уже. Хозяйка, блядь, первый мой вашей не слушай, Маш. В общем, Лизуха позвонила, сейчас сказала, что они сейчас пошли на Марвел. Мстители. Да, да. Ну, она позвонила, наверное, час назад. Примерно там в 11. Да, Марвел 2.5 где-то примерно идет часа, да. В общем, она сказала со своей подружкой, да, с Нелли. Да. Они пошли туда. А я тут жду, блин, сижу, когда она придет. Блудная но дочь. Она так и так провела там часа 3 где-то, 4. Она там в любом случае провела времени дофига, да. Да, и они, короче, вышли с... Ну, там... Дело в том, что когда проходит подобное мероприятие, стоит охрана, никого не пускают, бла-бла-бла. И, в общем, они вышли оттуда, и им охранник говорит: если вы сейчас выйдете, вы уже больше не зайдете. Они сказали: ну окей, и вышли и уехали. И мне она звонит с таким, знаешь, уже, ну, истерика прошла. Она говорит: мама, у меня, говорит, была какая-то такая подобие панической атаки, что типа говновечеринка. Я говорю: Лизок, привыкай, свадьба будет примерно то же самое, любой день рождения примерно то же самое, в любой выпускной примерно то же самое, ожидания больше, чем реальность. Есть, знаешь, такие ролики, Машка, есть такие ожидания и реальность. Попадаются тебе такие ролики? А что? Маша, чего ты ждешь? Иди спи. Что с вечеринкой? Я есть пришла, я очень голодная. Какая-то фигня там с вечеринкой, короче. Лиза сказала: вечеринка я говно. Что с вечеринкой? Что мы поехали смотреть киношку. Ну, ты знаешь, она позвонила, было 10:30. Полтора часа назад. То есть она досидела почти до... Ну, до конца. Она с 7 там с чем-то. Да, с 7 часов вечера, да. В 11 вообще уже закрытие вечеринки. Я уже спать хочу, страшно. Иди давай кушай. Приедет она скоро. Будет рассказывать тебе полночи. Потом она будет полдня спать, а тебе на волонтерство утром. Иди кушай. Иди. Аня со мной тут лежит рядом. Мамасечка, мамасечка. Вот зачем коту хвост, а? Вот зачем коту хвост? Мейсон. В общем, все, я спатеньки. Мой маленький. Аватар тоже идет спать. Аватар? Маська супчик себе накладывает. Может, ты возьмешь нормальную поварёшку? Что ж ты ложкой-то накладываешь, а? Первый час ночи. У меня тошнит вот это вот, ты говорила, бульон, эта фигня. Белый. Куриный бульон застывает, как холодец, Маша. Ужасно. Когда ты его подогреешь, тошнит, он будет обыкновенным супом. На новогодний стол всегда клали. Холодец. Это так вкусно, это Маша. Ты не росла на холодце. Голубцы вот эти вот все. Это немножко не холодец, да? Нет, голубцы и холодцы вот это вот, что типично пойдет на новогодний стол. Это вкусно, Маша, вкусно. Я хрящу. Сонный, страшно. Маленький такой сядет, хвостик так положит себе. А да. Что происходит? Вы коктейль делаете? Что? Это папа с арбуза делал коктейль. У него там был арбуз и что-то там еще. Упоролся. Короче, не дождемся мы сегодня Лизуху. Сами уже спим.
Маш, ложись спать, тебе на волонтерство утром. Я сейчас буду есть. Ешь. Ладно, Лизуху увидим уже завтра. Надеемся, у нее все хорошо. Ну, да, она зайдет сюда, я опять проснулась. Она тебе опять будет полночи еще мозги канифолить. Я вообще сегодня спать не буду, я понимаю. Она будет еще она тебе придет, до утра она рассказывать. Она будет в ванне, музыку включит, будет туда-сюда ходить и прибирать, платье снимать. Ронять. Ронять, топать, двери запирать, открывать. Потом она будет мне все рассказывать. Говорила, мне спать захотелось еще больше. Что? Мне вообще, я сказала, не иди ты туда. Зафига ты туда пойдешь. В итоге она кучу денег потратила, ни для чего. Маш, это нормально. День рождения, выпускной, свадьба, еще бог знает что. Это всегда, вот знаешь, больше ожидания. Так, я ешь давай уже и спать. Пол первого. Сколько там тайм? 12:01, Маша, все, я спать. Все, споки.